Настройка Меднафина для игры в Дюну с модифицированным высоким разрешением. Заходим в группу Дюна 2 by Липецк. Скачиваем ROM с высоким разрешением. Скачиваем Меднафин, который поддерживает высокое разрешение. Вот они у вас в папке. Так, извлечь архив. В папку Games добавляем ромы, которые вы хотите открыть. Ну, в данном случае нас интересует вот этот ром. Дальше нажимаем вот этот экзешник. И вот он уже у вас в списке. Два раза кликаем, появляется окно. Два логотипа Sega, это нормально. Дальше настраиваем управление. Набираем волшебную комбинацию. Shift-Alt держим, нажимаем 1. И нажимаем... Настраиваем кнопки. Это может быть кнопки геймпада или на клавиатуре, что у вас есть. Дюна, битва за Аракис. Кто забыл, геймпад на Сегу выглядит вот так вот. И по два раза нажимаем вверх, вниз, влево, вправо. Старт А. Repeat — это турбо кнопки, их можно на какие-нибудь отдельные левые кнопки настроить. Б. Турбо Б. С. Турбо С. X — это верхние кнопки пошли. Все. Настройки сделаны. Обнаружен противник. Все замечательно пашет. Всем удачной игры. Пока.